Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. И начнем, пожалуй, с того, что заберем наших ребят с тренировки. Да-да-да, надо абсолютно всех забрать. Ух, и пойдем, пожалуй, мы с вами на ежедневное испытание. Давайте глянем, что у нас тут. Так, разыгрывается 22 карточки башня рощи. А против нас будет воевать, короче, смотрите. Жрица, маг-воин, баллиста и босс-друид. Ё-моё. Так, ну давайте посмотрим, кого мне дадут. Слушайте, я, наверное, возьму вот эту вот базу. Потом мы с вами возьмем, наверное... Погоди-ка, вот так сделаем. Вот я думаю, Ронина надо брать. Наверное, возьмем Ронина с вами еще. Джаггернаута. Черт, я не знаю. Я знаю одно, что друидка очень мощная, ребята. Очень мощная. И вот как-то бы нам ее одолеть бы. Вот кого еще нужно взять, а? Как вы думаете? Баллисту или же, например, некро? Я вот почему-то больше склоняюсь к баллисте. Потому что у нас очень много ближников, да? Дальников практически нет. Ладно, давайте попробуем вот так сделать. Не забываем, ребята. Жрица там. Маг-воин. Ну и, соответственно, сама друидка. Будет жарко. Хотя, в принципе, мне не обязательно получать 22 карточки вот этой базы. Но все равно, раз есть возможность получить, будем с вами, ребят, получать. Так, опс, тихо. Ага, а попробуем. Ну, снеси, хоба. Блин, ребят, не получилось, но зато преимущество у нас. Сейчас добьем, да и все. Так, опа, у обоих, смотри, отражение сработало. Но мы выиграли здесь. Так, ребят, смотрите. Ох ты, нифига ты. Зарядил, а если я так сделаю? Так, ребят, все, вызываем ведьму. Ой, лишь бы она у меня сейчас не погибла, ребят. Ага, хорошо. Так, давай еще. Опа, нормуль. Если он сейчас вызовет, извините меня, свою друидку, мы тут, ребят, сразу с вами проиграем. Это я вам точно говорю. Поэтому будем атаковать как можно быстрее. Давай, Ронин. Опс, отлично. Просто велик... Ты смотри, что делать, а. Фаерболом, ребят, по мне сейчас только что он звезданул. А мы вот так вот. И победа за нами. Слушайте, я думал, будет намного сложнее. Раньше, по крайней мере, у меня так не получалось нахрапом взять именно вот эту вот базу. Ну а тут все отлично, 22 карточки. Поэтому давайте, наверное, еще разочек с вами сделаем этот бой. Собираем такой же отряд. Он довольно неплохо себя здесь зарекомендовал. Поэтому давайте-ка соберем ту же самую бригадушку. Так, в принципе, можно было бы и не брать Джаггернаута здесь. Но вы сами знаете, чем он хорош. Что, когда его подбиваешь, он с поля боя не исчезает. Он будет сломанным здесь отхиливаться. И если он отхилится полностью, он опять восстановится и пойдет в бой. Так, ладно, будем также брать преимущество на ману. На 400 он, наверное, выпустит опять мага-воина. Смотрим. Ну да, все один в один, ребята. Ладно, мы тогда так же с вами сделаем и запустим еще, пожалуй, Ронина, да? До кучи. Жух! Блин. Смотри, все один в один, ребята. Ха. Прям вот повторение. Ладно, хорошо, мы сейчас будем с вами... Оу, даже так ты решил сделать? Хорошо, а я вызову тогда... Опачки, опачки. Ну-ка, давай-ка вот так сделаем, наверное. И ведьмочку нашу. Жух! Вот так-то делов-то. Опа-на! А вот уже и жрица вышла. И она, как видим, ничего не может сделать, ребята. Она только хиляет. Никакой атаки у нее нету. Это хорошо. Для нас это просто великолепно. Так, ладно. Это мы стерпим. Минус маг-воин. Баллиста тут что-то выеживается. Ага, опять же, ребят, видите, да? Фаербол вылетел. И, как мы видим, Джаггернаут не упал, не умер. Он просто отключился. И базу мы... Да... Добили. Вторая попытка, значит, мы получаем с вами 12 карточек на рощу. По-моему, так должно быть. Да. И давайте тогда последний, третий бой с вами сделаем. Получим еще 7 карточек. Слушайте, а может быть, мы даже с вами сможем сегодня пропать эту базу? Потому что у меня ее до этого, по-моему, не было. Так, кого возьмем? Давайте опять же Ронина, опять же мага-воина, опять же Джаггернаута, баллисту и ведьму. Кстати, ребята, я прислушался к вашим комментариям. Вы попросили кого-нибудь раскачать другого, да? Вот я думаю сейчас
Либо мы будем с вами лорда пустоты, либо термина, либо друидку качать. А может быть даже и повелителя разума вот этого вот. Остальные я пока не вижу, ребят. Кстати, а что это вот у нас такое еще закрыто? Не понял. Погодите, это же зомби обычный, да? Просто он, видимо, может типа с Хэллоуина или еще что-нибудь. Они у меня до сих пор еще закрыты. Почему? Не знаю. Так, ладушки, погнали. Если сейчас то же самое все будет, значит, ребят, победа у нас будет в кармане. Я даже, наверное, сделаю все это быстренько на ускорении, чтобы, как говорится, не томить вас. Ну да, все один в один. Ладно, давай сделаем так. И следом выпустим Ронина. Ах ты, дрить тебя на корень. Опачки, у нас даже лучше сейчас получилось. Так, смотри-ка, что он делает. Оу, нифига он приборзел. Ребятулечки, вам показалось так? Поехали теперь мы. Опа, опа. Ну, добивочный. Шух, все. Ребят, я ускоряюсь, потому что, ну, сами понимаете, что здесь победа будет за нами. Я даже сделаю вот так вот, на ускорение. О, выходит Ронин. И все, ребята, победа за нами. Шикарно. Полностью мы с вами прошли вот это вот сегодняшнее испытание. Полностью мы получили все карточки. И я доволен. Я очень доволен. Надеюсь, вы тоже. Ну что же, а мы с вами будем переходить уже на основную сюжетную битву. Так, подожди, нет, это не та битва. Смотрим. Ах, ребят, смотрите, в магазине. Ладно, магазин пока мимо. Где эта роща? Сколько, ну... А, ребят, она у меня есть, оказывается. Две звезды даже имеет. Я не помню, что я этого делал. Ну что же, хорошо. Значит, либо друидку прокачивать будем, да? Либо лорда пустоты. У лорда пустоты 4 звезды, ребята. У друидки только 3. Ну что же, у нас 100 тысяч есть на кармане, да? Давайте, наверное, мы с вами поиграем. Возьмем с вами... Да тихо ты. Возьмем с вами вот этот вот уровень. Ой, уровень. Эту команду и будем разруливать. Так, Грифон и Паладин. Нет, подожди, ребят, тогда не прокатит. Тогда лучше вот этих вот взять нам. Или даже... Или даже вот этих. Но я хочу поиграть вот этим отрядом, ребят. Поехали. Блин, хотел же прокачать немножко этого лорда пустоты. Забыл, ладно, после. Но это мне придется, ребята, все деньги в него вбабахать. И то не гарантия, что мы его сможем хорошо так поднять по уровню. Ну что, щитобот у меня идет. Встречает его паладин. Так, смотри, ребята, он еще достойно стоит у меня. Щитобот. Ну, естественно, естественно, ребят, Грифон, как же без него. Так, давай попробуем его подбить. А лучше вот так даже сделать. Естественно. Кто бы в этом, блин, сомневался, ребят. На, паладиныч. Блин, какой он крепкий, а все-таки, смотри. Нахрапом не возьмешь. Так, ну что, вот моя и ведьмишка вышла. Значит, ребят, победа уже будет за нами. Сейчас мы будем здесь с вами зомбарей плодить. Ух, на-ка. Мы уже бомбим базу. Да, сейчас все будет хорошо. Ну что ты там выеживаешься, а, паладин? У тебя шансов никаких нету, согласись. Все, ребята, победа, изи. Продолжаем с вами дальше битву. У нас второй этап. И здесь добавляется жрица. В принципе, ребята, ничего страшного. Единственное, что паладин, он и так слишком сильный, да, мощный. Но еще если будет его жрица хилить, это нам, конечно, не на руку. Ну, я все-таки попробую здесь выиграть. Да что пробовать, мы здесь выиграем, однозначно. Смотри, пока тишина. Меня она немножко даже тревожит, смотри-ка. А что он нам задумал? Опа, 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 тихо, 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 тихо. Давай вот так вот мы сделаем. Мы не должны его, ребята, пропускать. Этого грифончика. Блин, моя ниндзя попала под обстрел. Вот, ребята, вот об этом я вам как раз и говорил. Видите, что происходит? Давай-ка мы вот так вот сделаем, а? Нечего, как говорится, дурковать. Упс, жрицу мы забомбили. Так, ладно. Все. Грифона как не бывало здесь. Слушай, смотрите, ребят, неплохо нам карточки сегодня сыпятся, да, на паладина. Отлично. И жрицу тут мы смяли. Все, деньги это все забираем и разносим базу на ускорение.
Шикарно! Что скажешь? Изи. Ладно, двигаемся с вами дальше. У нас третий уровень открывается. И тут добавляется, ребята, фехтовальщик. Но что могу сказать вам про него? Не особо такой он злой, вот в данный момент. Потому что, ребята, у него 4 звезды всего лишь. Да, уровень у него 76. Ну, для нас-то это ерунда. Правда, он сейчас будет, наверное, их спамить. Да, вот начинается спам, ребят. Поэтому нам придется с вами делать вот так. Он, в принципе, падать будет с удара. Жух, как я вам говорил. И дальше нам, блин, вот почему он всегда их спамит, а? Ронин вышел у меня обычно, да? Жаль. Очень жаль. Ой-ой-ой, сейчас упадет. Упал. Так, а что же делать тогда? Давай сделаем вот так вот и, может быть, даже притянем маленько. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, подожди, фу ты нафиг. Упал. Ну ты посмотри, а, спамит и все. Ладно, будем тогда 500 манны копить и вызывать нашу ведьму. Она должна тут, в принципе, справиться с этой ситуацией. Показать, кто тут главный. Так, упал. Все, ребята, ведьма вышла. Я на расслабоне. Да куда ты, красавец, идешь? Чук, и все, и нет его. Только зомбик один остался. Опс, ладно, это терпимо. Ронин, выйдешь? Нет, не вышел. Просто обычная походочка идет. Это плохо. Но все равно здесь мы, ребят, с вами победим. Все, он больше никого не вызывает, а мы с вами ускоряемся. Давай-давай-давай, прожимаем этого паладина. И бомбим уже базу. Деньги-деньги-деньги. Ураганчик, манна. Все, ребят, это уже не актуально. Ой, погоди-погоди, а куда, куда моя армия это все делась? Разбомбили, что ли, ее? Ну, это уже и не важно, потому что победа. Да, мы выиграли. С чистой, как говорится, чистой победой, ребят. Так, ну что ж, предпоследний. И здесь у нас добавляется уже маг. Маг, у нас как раз две энергии. То есть мы пройдем этот уровень, потратив всю энергию вот этого отряда. Ладно, посмотрим, что там будет дальше у нас. А там, по-моему, у нас есть, я не ошибаюсь, ребят, последний этап будет. И мы сразу с вами будем перелетать в другой телепорт. По-моему, так должно быть. Ты смотри-ка, мы 500 манны накопили с вами. Как с куста. А значит, я буду вызывать ведьму. Слушайте, ну ведьма, конечно, будет... Опачки! Будет долго бомбить паладина. Очень долго. Сейчас посмотрим, сколько она будет наносить ему урона. Ну-ка. Вообще, да, согласитесь, ничтожно мало. Так, ой, мага тут еще мне, блин, не хватало. Ну-ка. Жух! Маг там что-то хотел сделать. Но, как видим, не успел он нифига сделать. Так, хорошо. Замечательно даже. Так, бомбим, бомбим. Так. Ёлки-палки, этот грифон, когда погибает, ребят, тоже выпускает вот этого смертельного своего феникса, который жарит не по-детски. Оу, маг тут еще раздухарился, смотри-ка. Смотри, что происходит. Ну-ка, всех к ногтю. Ой, ребятушки, все. Потерял он, как говорится, свое преимущество. И мы, соответственно, с вами ускоряемся и бомбим базу. Давай, 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 пробиваем. Есть. Переходим на последний этап, на заключительный, именно вот на этой карте. И посмотреть я хочу, ребята. Да, действительно, у нас с вами останется карта занежить. И будет уже следующий телепорт. Отлично. Ну, а здесь, как я вам говорил, у нас последний этап. Фехтовальщик, паладин, грифон, маг и бишоп, да? Значит, нам, блин, а может быть вот этим отрядом попробовать, а? Бишоп, да? У нас богиня солнца. Давай попробуем, потому что энергии здесь очень много, там последняя. Вдруг мы пройдем и этим слабеньким своим отрядом. Давай рискнем, рискнем, как говорится, здоровьем. Тем более у нас здесь база неплохая, должна пробивать практически все и всех. Ага, фехтовальщик вышел, вот это вот хреновенько. Давайте быстренько с вами попробуем вызвать паладина нам в помощь. И надо кого-то еще, скорее всего, ребят, мне... Давай вот так вот еще самурая вызовем. Ай-яй-яй. Так, хорошо, мы его добили. О, тихо-тихо. Ладно, ребят, если что, мы с вами ульту будем применять. На худой, как говорится, конец. А ну-ка, погнала ульта. Минус, минус. И хрен там, блин. На грифона, ребят, не хватило почему-то у нас. Силенок, пробить его. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас, ребята, по-моему, чувствую, босс будет выходить. Ой, что ж это такое?
Давай, богиня солнца, выходи. Черт, с удара просто, ребят, видел? Он с удара снес гриф. Блин. Ой, какая же ты мягкотелая, а, богиня солнца. Ну что же такое, а? Ну как так вот? Как же ты так быстро погибаешь? Да, ребята, несерьезный, конечно, этот босс. Там, по-моему, вышел уже Бишоп. Ё-моёшечки. Вышел Бишоп, блин. Ну и как? Как? Да, ребята, вы сами все прекрасно видите. И без моей, как говорится, консультации. Не-не-не-не-не. Здесь не катит. Не надо было, конечно. Блин, ну богиня, все, я буду менять ее, ребят. Вот, хотите верьте, хотите нет, но это ерунда полнейшая. В принципе, я из-за этого и слился. Я хотел поэкспериментировать. Вот тебе, блин, и эксперимент. Сразу вам скажу, он неудачно у нас вышел. Ладно, пускай бомбят базу, я буду ускоряться, чтобы долго слишком тут не томить время. Короче, все, ребят, богиня солнца доигралась. Она меня разочаровала в корень. Поэтому, действительно, мы будем с вами брать кого-нибудь другого. Сейчас мы посмотрим, что у нас там вообще по боссикам. Так, например, давай-ка глянем здесь. Вот я ее убираю, да, и смотрим, кого мы можем взять с вами. У нас есть Ветродуй, да, у нас есть Друидка. А все остальные, блин, ребята, смотрите, первого уровня, 14-го, 55-го, но у него тоже 3 звезды, поэтому не имеет смысла брать его. Друидку, давай попробуем друидку. Я не знаю, честно говоря, что она делает и как вообще у нее все это дело происходит. Ну-ка, сколько ты уровней у меня сможешь получить? Так, 3 звезды, ребята, у нее 53 уровень. Блин, ну это же мало, согласитесь. Этого мало, чтобы, наверное, пройти. Ну я, конечно, сейчас попробую. Давайте посмотрим хотя бы, как это все будет выглядеть. Ну, мне кажется, против Бишопа, извините меня, который там делает и хилит, и еще и защиту дополнительную делает на юнитов. Моя друидка, к сожалению, здесь, наверное. Если она даже и выйдет, ее легко, ребята, смогут подбить. Вот к чему я клоню. Ладно, давай попробуем. Тут бы, конечно, нам баллист побольше бы. Было бы вообще шикарно. Баллисты — это вообще, ребят, хорошо. Вы же прекрасно это знаете без меня. Так, ну-ка, давай баллисту на прикрытие, ребят, возьмем. Вот так вот попробуем. Так, да что ж ты будешь делать-то? Не пробили, ребята. Так, давай, баллист, бомби этого Грифоныча. Ай, как ты слабо бомбишь. Ну как ты слабо бомбишь, ну что это, ну. Ой, ребята, не знаю даже, что и сказать-то по этому поводу. Все, друидку буду вызывать сейчас. Буду друидку вызывать и смотреть, что она из себя представляет, как она вообще тут работает. Вызвал. Давайте смотреть. Вон она идет потихонечку. Мы потихонечку тут тоже помогаем нашим ребятулям. Эй, не подходи только, друид, что ты делаешь? Что это она вызвала? Ой, она вызвала какой-то тотем, который, блин. Ой, не один тотем, ребят, много тотемов она вызывает. Что-то какие-то небольшие, ребята, графические лаги здесь, я смотрю, при том, когда она вызывает. Ох, ох, разгуляй нога, ребят, смотри, что происходит. Эй, не трогай друидку, пожалуйста. Блин, да что ж такое-то? А ну-ка сейчас, ребят, зарядим с вами. Оп. Так. Грифоныч там прилетел. Друидка, ты будешь что-нибудь там делать? Я не могу понять, она хоть что-нибудь будет делать или нет сегодня? Так, она вызывает камни. Что эти руны делают? Я не могу никак понять. Бум, ребят, вы видели, что произошло? Она звезданула. И как? Как это так могло произойти? Неужели этот плешивый маг, ребята, который там был, забомбашил, а? По-моему, да, по-моему, он это сделал. Ну, я еще раз вызову, ребят, друидку. Так. Так. Я еще раз вызвал друидку. Ну, у нас, ребят, 24 секунды. Вряд ли мы, конечно, мы тут сможем пройти. Но Бишопа мы с вами заманали. Смотрите, ребят, его нету. Нету этого Бишопа здесь. Тю-тю, все. Иссох, издох весь. Ускоряемся, короче, ребят, с вами. Давайте попробуем на ускорении. Ой, все, по времени мы сплавились с вами. Ну, давайте посмотрим, пройдем ли мы вообще этот этап. Слушайте, а, смотрите, она хиляет наших бойцов. Одна из вот этих рун идет на отхил. Слушайте, но если ей дать четвертую звезду, я думаю, что и прокачать, соответственно, ей максимальный уровень, она будет еще тем бойцом. Хм.
Да, ребят, мы прошли с вами, но не так, как я хотел. Согласитесь, нам нужно пройти идеально это все дело. И поэтому я буду брать вот эту вот команду. Убираем отсюда мы черного рыцаря. Давайте мы уберем его и поставим вместо него кого? Кого можно влепить такого хорошего? Черный рыцарь, он тоже хорош. Я не говорю, что он плохой, ребят, но не в данной катке. Нам бы желательно взять летающего юнита или который может далеко стрелять. Кстати, вот морского вот этого космического пехотинца надо будет нам тоже как-то раскачать буквально в ближайшее время. Ну что, я могу взять тыквоголового для этой цели. Давайте посмотрим, как он себя здесь проявит против, ребята, грифона. 71 уровень у него. Поехали. Ну что, тут у нас, не забывайте, ребята, есть прыгун, у нас есть голем, у нас есть джаггернаут. Единственное, что нам нужно контролировать, это именно грифона, и все. Я надеюсь, тыквоголовый с этим делом справится. Ну, за своего деда вот этого я, в принципе, не переживаю. Я знаю, что он его ухоркает, этого бишопа, на раз-два, если только подойдет. С удара просто его снесет, наверное. А, джаггер там и наяривает, красавчик. Так, а теперь нам что сделать? Давай вот так вот сделаем. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, ребят, по-моему, я немножко просчитался здесь. Немножечко просчитался. Или нет? Слушай, давай-ка так. Опс. Джиггернаут. Ой, ребят, что-то он как-то не особо хорошо бомбит. Я думаю, что вы это прекрасно видите. Да. Не айс как-то. Да ладно, ты посмотри. Упс, упал. Офигенно, ребята, нифига. Тыквоголовый, блин, не справляется. Че делать-то будем? Ой-ой-ой-ой, все проходят мимо. Вот так вот есть только. Фу. Блин, ну это жесть. Да. Что тут происходит, ты посмотри. А, все, понятно, вышел бишоп, ё-моё. Вышел бишоп и начал тут, ребят, наяривать, как говорится. Эй, отвали, блин. Отвалите, сказал. Блин, два паладина. Слушай, ну почему он так слабо бомбит? Я думал, тыквоголовый тут хорошо будет зажигать. Ну, блин, нифига. Вообще хреново, ребят. Да получите вы все тут уже. Опять, наверное, ребят, по времени мы... Ну, биш, давай, давай, бишопа. Да колбась ты... Да что ж ты, ё-моё. Нет, ребят. Никак не катит. Так, ураганчик, времени очень мало у нас, к сожалению. Давай деда попробуем, может быть, вызвать. Может быть, за счет деда как-то успеем. Хотя вряд ли. 30 секунд, дед пока там раскочегарится. Наверное, не получится нифигашечки, ребята, у нас, к сожалению. Да иди ты в пень. Ага, хотя бы так. 19 секунд. Угу. А паладин-то крепкий гад, смотри. Ну, вся проблема, в принципе, ребята, вот в бишопе. Он хиляет, он же делает защиту. Плюс еще паладины делают защиту. Да, упал. Ну а что нам толку от этого? 2 секунды у нас всего оставалось. То есть, ребят, мы опять с вами по времени слились. Не хватает буквально немножко. Но тыквоголовый, конечно, меня в этом плане очень сильно расстроил. Я вам сразу говорю, ребят, очень сильно расстроил. Я ожидал от него, конечно, лучшего, большего. Но нифига. Или он у нас слабенький, или у него действительно вот такой вот никчемный дамаг. Так, что там мой... мой родной прыгун добомбился, елки-палки. Нет, если здесь, например, будет тыквоголовок штук 5-6 стоять к ряду, конечно, они будут колоссальный урон наносить. Но один он вообще ни о чем. Так, ускоряемся, ребят. Здесь уже явно победа за нами будет. Я еще фаербол вот так вот. Тюнь! До кучи. Да... Вот такие вот дела, ребята. Ладно, не будем, как говорится, томить ни себя, ни других. А возьмем просто-напросто ту команду, которая пройдет их с полтычка. Вы это прекрасно знаете, что ведьма не прощает проступков, да, ребят? И она просто сейчас будет их сметать. Сметать, превращать в зомбарей. И эти зомбики будут бомбить. Причем не забывайте, что у него Тихо ты. У него база, ребята, с отражением. То есть вот эта база, у нее спецудар идет как отражение. Не стоит об этом забывать. Да иди ты отсюда, лошпен. Так, а я в этот момент, ребят, буду пока копить себе на ведьму.
Ведьма выйдет, и все, ребята. И дела пойдут сразу же в гору. Блин, сколько мы сегодня карточек на фехтовальщика получили. Обалдеть просто. Ну что же, вот и вышла моя дорогая ведьма. А теперь мы вот так вот с вами делаем. Хоп, превращаем эту лохушку в зомбика. Подальше их всех. Ой, сейчас, ребят, просто размочим их всех тут. Ха-ха-ха. Просто размочим, ребят. Ну, Ронин, ты как? Блин, как штаны наложил, понятно все. Да давай ты, елки-палки. Ах, маг бомбит. О, сейчас тоже доиграется, ребят, смотрите. Ах ты, глушилучий гаденыш. Ну и все, вот ускорение я ставлю, ребят. И победа будет прямо на ваших глазах. Бишоп тут вообще ничего не сделает. Просто... И все, я отдуплился. Красота, красота. Надо было так давно сделать, ребят. Но я хотел поэкспериментировать. И мои два эксперимента, в принципе, провалились полностью. Мы прошли, да, но прошли не идеально. Так, забираем, ребят, с вами сундук подданных и смотрим, что нам здесь выпадает. Да, 9 фехтовальщиков и 10 этих гномиков. И 10 карточек на башню с фаерболом. Ну что же, мы с вами переходим на карту нежити. Тут у нас встречает зомби-взрывник и обычный зомби. Я думаю, что, ребята, здесь мы вообще справимся легко, даже, наверное, вот этим вот самым отрядом. Да? По идее, должны. Давайте, поехали, попробуем. Мы пройдем с вами и в следующий телепорт, ребят, нырнем. Но хотелось бы, конечно, пройти идеально все это дело, потому что должно быть все четко у нас. А ну-ка, давай. Шинкуем этого зомбаря. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, взрывник, ребят, сейчас будет бум, такой бум будет, блин. Он сейчас базу звезданет. Нет, не успел. Оу, как... Офигеть. Да, ребят, ускоряюсь, короче. Вы поняли, в чем тут прикол весь был. Прикол был в том, что зомби вонючий дошел и бомбанул мне по базе. Вот так вот, вот такая вся, ребят, петрушка была. Даже не зомби бомбанул по базе, зомби-то он сдох. А именно вот эти вот мелкие зомбаришки успели прорваться. Да что ж такое, я же ускорение поставил. Что-то мы даже на ускорение, ребят, не можем пройти с вами. Что за бред-то, эй? Всех ложат, ты видел? Офигеть, ребята, если он взрывается, короче, весь мой отряд просто падает. Смотрите, что сейчас произойдет. Блин, жесть, это жестко очень. Так, ладно, накрыли. Офигеть, это я... Вы еще скажите мне, что я не пройду этот этап, эй. Хорош уже, на самом-то деле. Баллиста, ты где там у меня? Бомби, есть. Есть. На одном месте шерсть, меня не устраивает, короче, ребят. Я переигрывать буду. Офигеть, первый уровень, и мы с вами вот так вот долго дрались на нем. Ну что? Так, ага. Вначале мы уберем с вами отсюда тыквоголову, который меня, ребят, расстроил просто-напросто. И возьмем мы... Слушайте, а у нас чумная мышь-то летучая где? Я ее убрал или она у меня в каком-то отряде стоит? Давай-ка мы с тобой... Не буду я тебя апать. Хорош. Побаловали и будет. Так, мы тебя уберем отсюда. И давайте-ка глянем, где у меня чумная мышь. Есть, вот она. Стоит, родная, ждет меня. Вот я лучше ее ставлю, на самом-то деле, чем того же самого тыквоголового. Так, прыгун, тыры-пыры. Все хорошо, здесь у нас все отлично. Погнали. Будем деребанить этих зомбарей всех никчемных. Так, кто у меня здесь? Ну, у меня здесь, ребят, голем в первую очередь выйдет, естественно. Так, давай. Быстрее выходи. Он медлительный, правда, ну да ладно. Но зато он крепкий. Эй, вот чего, ребята, вот... Ах, сейчас этот зомби-то взорвется. Ой-ой-ой-ой, что сейчас будет? Не нанес урона? По-моему, нет. Все, ребят, все четко. Урон не нанесен нам. Так, а теперь надо вы... Да ёпрст, опять этот идет. Смотрите, ребят, взрывник. Давай, чумная, бомби по нему. Туф, отлично, шикарно. Так, ну давайте заплевывать, как говорится, ионный замок вражеский. Мой джаггер восстановился. Прикольно. И все, ребят. Ну, тут шансов уже нету. Уже, к сожалению, у него нет шансов. Даже если он сейчас вызовет своего этого взрывника, он взорвется. Ну, джаггернаут оглушится опять. Будет... Встань там, здоровье себе восполнять. Но мы все-таки опередили. Мы забомбили базу, и причем идеально. Так, второй у нас этап. И тут у нас открывается еще, блин, когтистого не хватало. Блин. Когтистый, значит, да?
Хорошо. Ничего менять абсолютно не будем с вами. Будем пробовать именно этим отрядом. Так, на изготовочку, да? Где зомбики? Опс, тихо. Этот зомбик нам не нужен. Ты что делаешь, а? Эй! Фу, взорвался, елки-палки. Я уж думал, не взорвется ни шишарики. Нет, он взорвался. Так, погоди-ка секунду. Секунду, погоди. Блин, я сейчас фаербол только дождусь и... Нет, не надо фаербола, ребята. Фаербола здесь не надо. Надо его приберечь. Для чего? Вот для этого. Ого, а как это ты так? Обалдеть, блин. Какого лешего? А, он же, ребят, когда погибает, он же тоже эту голову свою взрывную сбрасывает. Точно, я же вспомнил. Я вспомнил это, правда, слишком поздно. Ну? Ой, ребята, что-то тут как-то... Нас, по-моему, пробивают. Нас, по-моему, сейчас... Ой-ой-ой-ой-ой. Жестко-то как... Нате все получить, говнюки. Джиггернау, давай, блин, вся надежда на тебя. У нас, ребята, очень длинные откаты по монстрам. Блин, прыгун. А что мне здесь прыгун сделать? Я не знаю, ребят. В чем его? Давай попробуем. Ну что он сделал здесь? Прыгает. Этого даже не бомбанул, ни шиша. Давай так попробуем. Так, хорошо, хотя бы там прыгун один, ребята, сдох. Это замечательно получилось у нас. Есть, наверное, смысл нам еще прыгуна вызвать одного. Вот так вот. Ага. По красоте. А вот это вот плохо. Блин. Нафиг мне это заморозка сейчас нужна. 45 секунд, ребят. Будем копить тогда на деда. Ай, дед, наверное, взорвется, ребята, от зомби-камикадзе. Ну, мы посмотрим сейчас. Все, дед вышел, короче. Естественно, ребят, ну тут сейчас будет бомбить по всем. И сейчас вот этот взрыв, наверное, его... Оу, да-да-да-да, ребята. Вот этот вот чертов взрыв его просто смел. Ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, ну какой же он гад коварный, вот этот вот зомби-взрывной. Вот этот вот, который идет, смотрите, ребят. Я его сейчас попробую вот так вот. Опс, отлично. Да нифига не отлично, 9 секунд. И у нас, ребята, время подходит к концу. И мы с вами, наверное, сольемся. Ай-яй-яй, пробили вот оборону. Да слишком, к сожалению, поздно. Ладно, ребят, я буду ускоряться. Что тут время тянуть, как говорится. Базу-то мы все равно запинаем, но вот... Не идеально у нас прохождение тут получается. Фаербол полетел, конечно же. Не-а, не катит здесь, кстати, у нас, ребята. Слишком... Вот здесь бы, знаете, кто хорошо пошел бы? Ронин, а знаете почему? Потому что он выбегает, и он вот этого вот зомби мог бы, ребята, брать просто на перехват. Как вариант, кстати. Но Ронин у нас сейчас, по-моему, отдыхает в отключке, да? Он, как говорится, свое навоевался. Так, хорошо, ладно, давайте попробуем с вами. Ну, этим отрядом бесполезно. Мы уже с вами пробовали, да? Бесполезняк. Причем здесь друидка у нас, блин. Если убрать отсюда прыгуна. Если мы уберем отсюда прыгуна, что нам это даст? Нифигашечки. Ах, ты посмотри, я думаю, почему, ребята, они так бомбят по-жесткому? У них 79 и 78 уровней. Елки-палки, вот почему. Не в том, что у меня слабые юниты, а в том, что они очень сильные. Очень сильные. Может быть, летучую мышь заменить? Давай посмотрим, на кого мы можем ее заменить здесь. Здесь у них нет летающих юнитов, да? У них вот этот вот зомби-камикадзе, который очень сильно взрывается. Уничтожает практически всех моих юнитов, которые стоят в куче. Что мы можем поставить ему в противовес? Вот, кстати. Кстати, да. Было бы, наверное, неплохо, если у нас некро... Выйдет, да, она будет бомбить. Она будет вызывать вот эти вот маленькие черепундели, которые будут очень сильно досаждать. Что зомбикам, что взрывнику. Нет, взрывнику, конечно, пофиг. Он, ребят, знаете, в чем дело? Он, вот если, например, мой юнит стоит, да, он мимо него проходит, чуть-чуть взад идет, да, чуть-чуть. И там взрывается уже. То есть он умирает не сразу же. Он проходит, а потом взрывается только. Гаденыш этот, блин. Все специально здесь просчитали. Ой, ладно. Давай еще раз попробуем. Ну вот смотри, ну вот смотри, ну. Вот сейчас он моего голема просто, ребят, в хлам снесет. Сразу же вам говорю. Смотри. Нет, не сразу же. Выжил, да? Ладно, давай попробуем сейчас некро вот с вами вызвать.
Ну, некро, ну давай, ты мне сейчас нужна как никогда. Так, вот, ребят, вот сейчас будем смотреть. Так, тихо. А вот так вот, бумс, отлично. Отлично, пока хорошо, ребятули, вроде бы. Идут дела у нас. Джаггер, блин, вставай давай быстрее. Ай, к некро подобрался. Как же ты, гад, достаешь меня, а? Вот, ребят, подбили некроманшу мне, к сожалению. Да кого же я вызвал-то? Зачем мне, блин? Ай, ладно. Ну. Так, хотя попробуем. Блин. То, что урон базе нам наносить будут, это, ребята, в принципе, не страшно для нас. Нам страшно другое. Ай, как же долго. Как же долго. Они просто, ребята, забомбашивают по чернаку, ребята. Вот, серьезно говорю, просто по чернаку. И откуда вы такие вот зомби? А, ну да, они же когда подбивают, они могут, скажем так, перевоплотить. О, ребятули, все, хана. Расписали меня, по-моему, здесь. Меня, по-моему, здесь расписали, да. Хрен с ним. Иду на ва-банк, короче, ребят. Мне другого варианта не было пока. Они меня так просто будут бомбить и бомбить, бомбить и бомбить. Но если я здесь, ребят, не смог пройти, в следующем уровне, наверное, мне вообще делать нечего, потому что будет полный звездец. Ой, нет, вот этот гад, ну иди отсюда. Ай-яй-яй, вот и все, ребят. Вот и все, и хана моему преимуществу. Твою ж маков, да как же так? Как вы так делаете, а, упыри, уроды, блин? Как вы так умудряетесь все это сделать? Я не понимаю. Некро еле-еле идет там, еле-еле, ребят. Давай еще одну некро попробуем с вами вызвать. Может быть, как-то вот за счет этих колобков. Я вообще-то на них рассчитывал, если честно, на этих колобков, чтобы... Так, тихо, взрывник этот. Так, ладно. Слушай, ну что-то вроде как получается, вроде бы как. Просто мне не хотелось бы, чтобы мы с вами зря гемы потратили. 10 штук, ребята, я все-таки слил. Ага. Так. Две некры, это, конечно, хорошо. Смотрите, они просто без перерыва вызывают этих колобков своих. Так, ладно. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, не надо пробиваться здесь. Не надо, пожалуйста. Мы их продавливаем. Так, одна минута еще времени у нас. Это хорошо, это замечательно. Ну, да добьем мы эту базу-то в конце концов или нет? Фаервол полетел. Есть. Черт подери, охренеть как сложно, я вам скажу, ребята. Очень сложно, и я не знаю, что мы будем с вами делать в следующей миссии. Вот в этой, например. Какой уровень? 77-й, 79-й. Тут открывается банши. Ух, банши, да, значит? Взрывник, зомби, банши. Поехали, будем пытаться. Банши. Ну, ребят, если честно, то банши, хотел сказать, не такая страшная, но, блин, она примерно как когтистый, наверное, да, будет. Только у когтистого замах охрененный, а банши орет и станет. Да иди ты, блин! Да как вот, блин, он меня бесит, я не могу прям. Вот этот зомбарь, блин. Взрывник, я имею в виду, вот этот. Сейчас всех накроет, да? Ну, почти, ребят, почти всех накрыл. Не, мы даже не смогли пробить. Жесть. Всадник этот, блин, на журавле, он тут вообще не в тему. Не в тему он, ребят. Или в тему, ну... Не айс зашел, конечно. Так, давай сделаем ускорение с вами. Вот против банши, да, я не спорю. Всадник на журавле... А, она может подбить. Она своим криком может, ребят, подбить всадника. Да. Хрень какая-то получается тут, я не знаю, что делать даже. Просто, вы видели, да, взрывник просто взрывается, и все чертовы бабушки взлетают на воздух. Этот камикадзе взрывной. Ну, давай так попробуем. В принципе, реально. Реально, но для этого нужно, ребят, нам как-то удержать тех самых зомби, которые идут. А как это сделать, я пока не знаю. Хм. Что можно придумать? Какого-то быстрого юнита поставить? А у меня таких нету. Банши, поехали, фиг с ним. Последнюю, как говорится, энергию потрачу. Там еще, ребята, у нас появилась одна энергия на моем супер-пупер отряде. Вы, наверное, успели заметить, да? Так что будем вызывать, наверное, здесь Джаггернаута.
Я буду вызвать его. Нет, пойдет голем у меня. Пойдет у меня големушка, потому что этот быстро хмырь идет. Так, 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 а вот это я, наверное, зря сделал. Или не зря? Фиг его знает, зря, не зря. Ломают они моего Джаггера, просто ломают. Некро, ты мне здесь как, поможешь или... Опа. Вот что нам поможет, фаербол. Уху-ху-ху-ху, ребятули. Ну, колобки, кусайте вы этого гад... Заморозка. Это, кстати, хорошо. Заморозка, это очень хорошо. Так, Джаггер, давай быстрее, 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 чтобы этот говнюк не подошел, чтобы... Успел все-таки бомбануть. Так, прыгуна вызываю. Прыгун, блин. Прыгун психанул и побежал, да? Это хорошо, ребят. Так, банши мы сметем. Так, двигаемся. Продвигаемся потихоньку, ребятуль. Я еще вызову прыгуна, потому что наверняка сейчас выйдет камикадзе. А мы его, как говорится, поймаем. Ну, где камикадзе, блин? Когда его ждешь, его никогда не дождешься. Полетел фаербол. Отлично. А кто сейчас, блин, я не помню. Камикадзе, видимо, вышел, когда мой фаербол подлетал и взорвался все, все здесь. Ясно, ладно. Кричите, кричите. Блин, вот этот стан, ребята, про который я вам говорил. Банши станет при своем крике. Пробиваем. Давай, 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 давай. Ускоряться, наверное, можно, ребят, вполне. И фаербол вдогоночку. Да, отлично. Слушай, ну тяжело, ёпрсете, блин. Это у нас какая была? Третья миссия, еще две осталось. Тут, к сожалению, у нас энергии нет. Ребят, здесь одна, но я вот эту оставлю, наверное, на последнего. На последнего босса. А здесь у нас что? А здесь у нас, блин, прыгун прибавляет. Прыгун! Ёпрсете. Не было печали, ребят, прыгун у нас появляется здесь. И когтистый. Оу, щит. Что ж делать-то? Я даже не знаю. Блин. Вот этим отрядом пробовать? Или же все-таки вот этим? Что там, что здесь энергия одна штучка, ребята. Прыгун-псих, он будет бомбить. И он причем быстро довольно выходит. Ладно, ребят, я попробую этим отрядом. Не получится, пойдем тогда на тот. Естественно, он будет, ребята, выпускать своего прыгуна. Это в первую очередь. Ну где он там, блин? Я жду его уже, не дождусь никак. Вот он, ребят, вот он вышел, прыгун. Вызываем вначале паладина мы с вами. Сейчас вот он когда сделает прыжок свой. Вызываем паладина. Опа, он на психозе, ребята, вышел. А он вышел, как всегда, на психозе. И кого мне... Во, давай так сделаем. Эй-эй-эй-эй-эй. Давай пробуем. Бумс, бумс. Ага. Фух. Ну, хотя бы так, ребят, хотя бы, блин. Так, давай вызовем еще одного паладина. Так, отлично, хорошо. Блин, сейчас прибьет меня, да? Не успеет, наверное, или успеет. И прыгун еще там сзади подкрадывается. Опс, 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 ребята, как он все-таки прохерачил мне базу, а? Не. Слишком... Ну, не то, ребят. Отряд не подходящий. Не подходит он для этой атаки. Причем против прыгуна, ну вообще не вариант. Ну, смотри, ну что, сейчас будет? Естественно, у него срабатывает гнев, естественно. Как, а кто бы сомневался, ребят, что он будет именно вот в гневе? Я про прыгуна говорю. После каждого прыжка, блин, свой гнев врубать. Даже не сомневался в этом, нисколечко. Ладно, я думаю... Да что ты, он раз за разом вызывает, ребят. Раз за разом вызывает его. Оу, щит. Ну, давай так попробуем. Кого мы там бомбим? Опять прыгун. Ну, минус. Естественно, еще минус баллиста. Нет, ребята, не вариант. Нифига, этот отряд здесь не катит. Ускоряемся, якобы. Якобы ускоряемся. Ну и что нам дает ускорение? Да ничего не дает нам. Сам по себе он прыгун. Здесь уровень у него, во-первых, в разы больше, чем у нас. Так, зомби отдай только. Да и мощей у него дофига. Так, что я жду? Я надо ускоряться? Жду тут, сижу. У моря, блин, погоды.
Да-да-да-да-да-да-да, все так и было. По времени уже даже сплавились. Прыгунчик. Харкунчик. Ладно, сейчас мы должны... Ребят, мы победим, и вот здесь вот, естественно, мы пройдем. Но переигрывать будем это однозначно. И друидка здесь вообще не в тему. Она ничего здесь хорошего нам не сделает. Карточку получили, получили немножко денег. И, естественно, будем с вами переигрывать. Но у нас всего лишь, ребят, напомню, одна манна осталась, и это она вот на этом отряде. Поехали. Здесь, в принципе, я думаю, что мы сможем законтрить того же самого прыгуна. У нас есть... Маг-воин, у нас здесь есть и щитобот. Это довольно неплохие юниты. Делаем мы с вами вот так вот. Я знаю, сейчас прыгун перепрыгнет, это естественно. И будет здесь, ребята, поджидать его вот уже. Смотри-ка, не сработало у него, а? Надо же, блин. Там мне не жалко, ребята, пускай взрывается к ядре не фени. Все так и должно быть. Юху, тыч. Вот так вот по красоте, ребят. Вызываем сюда же ниндзю. Тихо, ниндзю. И сказал, ё-моё, ребят, по-моему, сейчас кто-то у нас погибнет. Да, ниндзя погибла, к сожалению. Так, минус. А чё, ага, тут снесли у меня. Блин, опять прыгут, ребята. Ну. Давай. Минус, отлично. Ребят, я не могу накопить 500 маны, блин. Мне нужно 500 ман для того, чтобы... Вот. Все, сейчас будем с вами вызывать. Сейчас мы будем с вами вызывать, ребята. Ага, куда ты разогнался-то? На отражение, ребята, попался этот прыгун. И сдох, соответственно. Сейчас, секунду. Осталось совсем маленечко. И ведьмишка вышла. Эй, а вот это вот не надо, ребята, не надо нам. Так. Минус, отлично, ребята, отлично. Время есть, 55 секунд всего лишь осталось. 55 секунд, давай вот так вот попробуем. Ну, взорвись ты там к ядре не фени. Че он не взрывается, ребят? Должен же был взорваться, эй. Взорвался не там, где надо, не тогда, когда надо. Будем мы базу-то сегодня забомбашивать, а не... Да эй, прыгун, куда? О, ведьму. Ведьму, ребят, колбасит. ДНК на него получили, точнее карточку. И последний, ребята, ударчики. Да, но это не последний уровень. Вот что я могу сказать. Это не последний уровень. Блин, вот он последний, у нас энергии нету. Или все-таки есть? Откат может быть. Блин, тут нету, ребята, к сожалению. Как быть? Но этот отряд однозначно не прокатит. Короче, давайте так, ребята, небольшую паузу сделаем. Подождем, когда у нас накопится хотя бы здесь одна энергия, и уже продолжим с вами играть. Ну что ж, дорогие друзья, как вы видите, у меня накопилась одна энергия. И вот этим отрядом сегодня мы попробуем пройти последний этап за нежити, чтобы перейти нам на следующий телепорт. Поехали, попробуем. Так, у нас Ронин. Ну, в принципе, неплохо, ребят, но не стоит забывать, что... В последней миссии будет босс. И это будет, ё-моё, 79 уровня. Жнец 79 уровня. Ёлки-ты-палки. Вот здесь, ребят, наверное, будет большущая для нас проблема. У нас с вами... Так, башня, которая всасывает, да? Всасывает. Ну ладно, попробуем. Вся надежда на таких, как Ронин у меня и на мага-воина. Но жнец, конечно, будет бесщадно здесь бомбить. Может быть, мы успеем с вами сделать так, чтобы он еще не появился, а мы уже забомбили его базу. Такое может быть, ребят, но редко, вы знаете, прекрасно. Ё-моё, банши идет. Так, что же нам сделать? Давай, наверное, мага-воина вызовем. Так, здесь нет взрывника, это уже хорошо, ребята. Это уже замечательно. Так, банши давай накроем. Упс, она загоняет в... А, нет, ребята, есть тут зомби-камикадзе, но он, правда, слабенький, да, я так понимаю. Это нам на руку. Да взорвись ты уже к ядрене фени, достал уже там в самом деле, блин. Все, ребята, ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Бомбанем отражение, отлично, ребят. Ну, где моя ведьмуля? Пошла, родная. Так, карточку заберем только. Ух, сейчас, ребята, если выйдет жнец, это будет... А он уже вышел! Ты посмотри, ты полюбуйся только. А заморозку? Блин, как она не вовремя сработала, заморозка, ребята. Сейчас же будет просто звездец, что творится. Сейчас будет просто звездец. Только не надо говорить, что ты сейчас мне с удара, блин, положишь ведьму.
Пожалуйста, не надо вот этого. Есть! Он попал, ребята, на отражение. У нашего мага воина было отражение. Он как раз бомбанул и сам себя убил тем самым. Это же просто круто. Такое бывает раз, блин, в жизни, чтобы так повезло. Черт, ну, все шансы у нас есть, ребят. Все шансы есть, что сейчас мы с вами пройдем этот уровень. Давай, родные мои. Даже этот побежал. Ураганчик все, как говорится, пускай в путь. Да, ребятуки. Ну что же, это хорошо, это очень замечательно. Мы с вами сегодня неплохо побомбили, повоевали. Давайте посмотрим, что нам выпадет из этого сундучка. Ух ты, 11 карточек прыгуна, 8 карточек банши и 8 гемов. Так, плюс еще 14 ядерного робота карточек, 14 карточек базы и еще башня Вишневый сад, или как там, хрен его знает. Цветущая сакура. Так, ну что же, ребята, а вот это мы уже с вами будем играть, я думаю, в следующем выпуске. Блин, тут раз, два, три, четыре, пять, ребята, карт будет у нас. И я вам скажу заранее, что здесь, наверное, будет полная жесть, потому что будут очень огромные уровни. По сравнению с моим, у меня 72-й, как вы видели. И чтобы получить следующий, нам нужно, ё-моё, еще очень много нужно чего сделать, чтобы получить 73-й. Ну, надеюсь, мы получим его в скором времени. Ну, а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых скорых, ребята, видосиков.